Всех приветствую. Продолжаем гулять по зданию главного штаба Эрмитаж Санкт-Петербург, рассматривать картины. Отлив в Эпоре, Пьер-Огюст Ренуар, 1883 год. Во всем творчестве Ренуара, где чистые пейзажи встречаются сравнительно редко, эта картина занимает особое место, если оценивать ее мотив и пронизывающее ее настроение. В 1833 году Ренуар отправился в Эпор, маленький курортный и рыбачий городок на берегу Ла-Манша, где по рекомендации своего друга остановился в доме Альфреда Нюнеса, мэра Эпора. По заказу Нюнеса он написал портреты его детей, в которых морской пейзаж занимает значительное место. В отличие от этих заказанных картин, мирных и идиллических, в отливе Эпора звучит несвойственная Ренуару романтическая интонация. Вот такое описание к работе Пьера-Огюста Ренуара «Отлив в Эпоре», написано в 1883 году, я нашел в интернете. Работа находится в здании главного штаба «Эрмитаж» Санкт-Петербург. Пока-пока. До свидания.